Казахстанские шахтеры с инвалидностью должны пожизненно получать выплаты по возмещению вреда здоровью, считает группа депутатов Мажилиса. Сейчас их прекращают начислять после выхода на пенсию. О проблеме мажилисменам написали около 1000 горняков, потерявших трудоспособность во время работы на шахтах. В своем запросе на имя заместителя премьер-министра депутаты также предлагают произвести перерасчет нынешней компенсации с учетом инфляции. Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, считаем необходимым: первое, при увеличении размера средней зарплаты работника такой же профессии и квалификации производить перерасчет сумм возмещенного утраченного заработка; второе, выплаты возмещения вреда в части утраченного заработка производить пожизненно. Просим вас совместно с нами доработать вышесказанные предложения.